Проказница мартышка! Осел! Козел! Привет, Белкин! Здорово, зайкина, коль не шутишь. Какие шутки? Анекдот. Некогда мне. Проказница, мартышка, осел, козел. Звонок в дверь. Мужик открывает, тетка незнакомая. Это вы вчера мальчика на речке спасли? Ну я. А кепочка где? Так, повторяю для особо одаренных. Звонок в дверь. Мужик открывает, тетка незнакомая. Это вы вчера мальчика на речке спасли? Ну я. А кепочка где? Как же я раньше-то не сообразил? Кепочка утонула. Кепочка, Белкин, тут ни при чем. Погоди, погоди, Зайкина, я сам должен во всем разобраться. Если кепочка не утонула, то куда она могла деться, а? А ты подумай. Никакой тетки не было, и мальчика не было, и кепочки никакой не было, и вообще ничего не было, ты меня понял? Понял, понял. А мужик?